Машина выпущена в 63-м году, так что она старше меня. Мотор у нее родной, коробка передач тоже своя, трехступенчатая. Двигатель работает, правда, ремонтированный. За 52 года, конечно же, нужно было что-то ремонтировать. Постараюсь придать ей нормальный вид. Вот, как видите, двигатель работает, машина на ходу, можем проехаться на ней. В салоне почти что все родное. Впереди диван, нераздельные кресла, как в современных машинах. Рычаг переключения скоростей на руле. Здесь только ручки дверей не оригинальные, это от «Москвича». А в основном зеркало, руль, радио даже свое. Да? Работает? Честно говоря, не проверял я радио, оно все равно сейчас ловить не будет. Да. Чистота другая.